Всем привет, друзья! Вы на канале GameTuneRoom, меня зовут Евгений, мы играем в GTA 5. И готовимся мы... Я уж не помню, что там, ограбление или... Какая-то афера. В общем, добываем мы нужные вещи нам. Какая музыка. Для этого дела с ФБР. Так. Вот, 2 из 2. Теперь сюда. Что у нас там будет, интересно? Поехали. Жмет. Жмет джипчик. О. А, ладно, поедем на этой машине. Тем более, вроде он не такой, не слабенький. Пойдет. Просто огонь. Надо будет скачать альбомчик. Мексиканская какая-то музыка. То есть латиноамериканская, может быть, даже. Не знаю, как будет вернее. Так, вот мы на месте. Нам куда? Наверх, что ли? Давайте наверх. Наверное, да. Что же здесь у нас? Интересного. Так, мы правильно что ли приехали или нет? Или надо было внизу все-таки это делать? Давайте спрыгнем, посмотрим. Ой, больно. Ой. У нас дуги отлетели. Так. Купите 3 комбинезона. А, просто комбинезон шли купить. Я тоже думал. Куда ты лезешь? Так, комбинезонный. Ага, вот, наверное, да? Это? Или нет? Безрукавки и спецовки. Да. Серый, зеленый, коричневый. Жилет уже. Надо комбинезон. Черный. Ой, то есть синий. Черного нет. Так, еще и для Франклина. Все, купили. Еще? Нет. Так. А, во-во-во. Бронежилет давайте возьмем. Сверхлегкая. Сверхтяжелый, конечно. Хорошо. Все, поехали отсюда. Следующее. Стремительный покупатель есть даже. Такой пункт. Так. И вот сюда. Последнее. Последнее подготовительное задание, похоже. Сейчас посмотрим, что здесь. Блин, ума даже не приложу. Не помню я. Тихо, тихо, аккуратней. Ой, 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 ого. Проскочил, я думал, сейчас будет больно. Понимаю, здесь одна, только встречное движение. А нет, а почему нам не показали, что здесь можно проехать? А, вот, наверное, из-за этого. Чуть он, я думал, он в туалет там ходит.
Так, а, и маски еще. Самые простые задания нам остались. Такие короткие. Маски. Монстр, поросенок. Так, череп. Во, хоккейный огонь. Горилла, возьмем это для Тревора. Так, для Майкла. Майкл. Что-то повеселее, наверное, чтобы было не скучно. Ого. Садомазохма. Так, и Франклин, наверное, вот с такой башкой у нас побегает. Все. Готово. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. Okay, that's everything. Come back to the lot and I'll talk you through the plan. When we get the stuff, Steve says we gotta take it to Devin Weston, the guy we met at that interrogation. He's a big investor or something. Anyway, that don't matter. I'll handle the drop-off. Mm-hmm. Так, куда направляться-то? Или надо переключиться за Майкла? А, во-во-во. ФРБ. Может быть, машину найти какую-нибудь другую, которая ездит быстрее. Вот, там R8 была. Сейчас, думаю, еще по пути встретим. Обязательно угоним. Так, это что? Вот, пойдет, пойдет. Куда ты обруливаешь? Нельзя. Сейчас сплошную пересекешь. Отличненько. Хорошая машинка. Вот такую бы спрятать надо было. Вообще на ней отлично будет уезжать. Ну да ладно. Оставили мы там джип. Так себе, конечно, он не такой быстрый. Думаю, его мощности хватит, чтобы слинять с места преступления. Ой. Бляха, ну-ка. Вписались. Неаккуратное вождение. Так, здесь вот направо. Да черт, думал, не задену. Ох уж эти узкие места между машинами. Раньше такого не было. Вот можно было гнать и гнать, по-моему, через все эти перекрестки в 4-й GTA. А сейчас постоянно кто-то выезжает, подрезает. На перекрестках не уступают нифига. Зато она быстрая. Вот мы уже почти на месте. Да ну ты видишь, я еду. Ну господи, ну затормози ты. Раздолбали мы машину конкретно. Вот он, аж уже ребята здесь. So we really finna do this shit. We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey. All right. Hey. So, listen up. Here's the plan. All right, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. Start a little hope for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay? When the shit goes down, we'll handle it.
You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. Да, они еще маски не видели. Let's see what we got here. Huh? Real professional. Отличные маски я выбрал. Let's do this. Let's go, go. Сетево мусоровоз. Это кто? Это Майкл, что ли? Ну да. Поехали. Доберитесь до Cypress Flats. Молчу. Просто едем дальше. Мусоровоз цел, фары горят, все хорошо. Ну что ж, посмотрим, как у нас это получится. I'm in position. What's the ETA? Where are they? Это Тревор. I got a visual on the target. Should be with you any moment. All right, Mike, move it. Так. Get moving, M. Давим на газ. Заблокируйте дорогу, нам говорят. Just stop the truck and keep it stationary. Все, есть. I'm stopped. You're on, F. Мы должны быть сзади, где-то. Или сбоку. Опа, вот. И Франклин, разгоняемся. Ram is speed, bitch! Так, тараним машину. У-ху! Жестко. Так, отличненько. На задней двери машины надо. Ага, вылазим. Бомбы-липучки ставить сейчас будем. Парочку. Bomb, так, отходим. Все, взрываем. Да у них краище там должна течь. Так, похоже, приехала целая армия. Много. 4 звезды нам дали. Значит, здесь пока будем отстреливаться. Еще что-то как открыто вылез, мужик. Так, у нас есть гранатомет. Фак, нету. Как бы сейчас можно было всех разнести, а? Так. Где? Вот еще. В переулке. Чё? Еще в переулке, что ли? Черт возьми. Ого, это уже ребята посерьезнее здесь приехали. Блин, со всех сторон. Хоть в бронежилете? Да, вроде да. Так, здесь никого пока не видим. Здесь кто-нибудь есть? Этого
уничтожаем братана. Ага. И этого. Еще кто-то есть? Ого. Сколько же вас? Очень много. Так, ладно, пока отстреливаемся. Целься. Так, подкрепление на главной дороге. Ага. Включаемся за Майкла. Так, где у нас вообще есть? У Майкла-то хоть гранатомет? Нет, черт. Крэмбо просто встал и отстреливает толпы полицейских. Теперь за Тревора. Уничтожьте снайперов. Ага, вот, вижу. Так, еще. Вот еще вижу. Сколько их? Все, есть. Теперь за Франклина. Прячься, балбес. Так, надо переулки уничтожить. Что ж такое? Постоянно надо переключаться. А где еще? Не вижу. Ухо, вертолет. А где он? Вот вертолет. Вижу. Да блин. А, как неудобно-то. О, пилот. Есть. Пилот взрывоопасный какой у нас получился. Ой, промазали. По жопе ему попали со снайперской винтовки. Чё-то мужик с пистолетом. Блин, да. Тяжело как. Это кто это? Вроде Майкл. Так, ну еще кто, где? Вообще не вижу. Мертвый. О! Какой-то меткий, братан. Ага, даже не умер. Так, за Франклина. Сядьте в мусоровоз. А, где мусоровоз-то? Я не пойму. Ага, мусоровоз вон там у нас. Тут еще у нас полицейские. Так, давайте аккуратненько. За мусоровозом прячется гад. Будем в прятки, что ли, играть? Все. Садимся. Кучу копов мы перестреляли. Так, ага, координатам отхода. Это то место, где мы отметили машину. А, у нас всего лишь одна звезда. Это хорошо. Сейчас мы... Главное не попадаться на глаза копам. И мы спокойно уйдем. Не так сложно на самом деле было. Тихо-тихо. Все, отлично. И звездочки уже нет даже. Шикарно. Она.
Так, отход. Ну все, я думаю, теперь за нами никаких погонь не будет. Сейчас спокойненько мы доезжаем до того места, садимся в машину и уезжаем с этим грузом или что там мы сперли. Ну, то есть деньги там. По-моему, какой-то просто конверт был. Непонятно. Непонятно. Сейчас посмотрим, что там. Ой-ой-ой. Так. Вроде бы где-то там снизу я оставлял машину. Сейчас мы найдем, где спуститься, только все будет в порядке. О, о, а, фак. Да, было жестко. Так, хорошо. Сейчас должны все, наверное, приехать. Уничтоженному сразу нам говорят. Так, тогда немножко назад сдадим, чтобы не заделал нашу машину. Вот так вот пойдет. Что у нас есть? Бомба-липучка есть? Нет. Граната. Тогда. Отлично, сейчас рванет. Все, садимся в машину. И говорят нам уехать подальше от этого мусоровоза. Чуть у нас такой за съезд вниз еще. Ого. Сюда мы не поедем. Там просто заезжаем наверх. Оп, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Можно так и утонуть здесь. Нет, сюда точно не надо нам. А, где бы выезд найти? Да вот прям здесь, наверное, вот так вот. Нет, нет, нет. Не получится. Так, тогда давайте подальше проедем. Сейчас по-любому где-то найдем. Вот тут вот, например. Yeah, man, shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Так, теперь мы будем играть за Майкла. Никаких проблем не будет, надеюсь. Доберитесь до дома Дэвина. Мы здесь уже близко, так что... Много времени это не займет. Ай! Вписывается. Ого, домик. Я, кстати, его видел уже с вертолета вроде. Yeah, and I'm telling you. О, тачка, Bugatti Veyron. There you go, there you go. Boom, so long, motherfucker. Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars, major payday, bro. That's great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards.
А, нет, это не Уэти Верон, походу. Или она. Не разберешь. Have a good one, boys. Все, миссия завершена. Новый контакт у нас, Девин. Достижение разблокировано. На серебро мы прошли эту миссию. Так. Далее. Теперь смотрим. Что и как. Это для Майкла задание. Так, это Соломон Ричардс. Дэвин. Ага. Больше основных заданий нет, вроде бы, ни для кого. Как я смотрю. Ладушки. Так. Ну все. Так, время есть еще немножко. Давайте тогда доедем на этой машине до точки. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Так. До Майкла. Психиатр. А, психиатр еще есть. О, зачем он нам нужен? Йога. Так, давайте, пожалуй, сюда, что ли, направим его. Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? Это будет для Франклина, понял. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Ну, Франклин теперь заживет. Нашел он связи, познакомился с нужным человеком. Теперь Франклин будет все шикарно. Велосипедист. Так, давайте потренируемся, что ли, действительно. Как надоест, пересядем. Так, ваша встреча с Дэвином Уэстоном на его новом проекте на Вальте на Power Street подтверждена. Ой. Команда. Погоди. СМС. Так, подтверждена. Пожалуйста, не опаздывайте и будьте готовы немедленно приступить к работе. Не опаздывайте. Ладно, поехали. Тренировочка небольшая. Блин, да мы быстрее машин, наверное, едем. Сейчас догоним, может, какой-нибудь даже. Неплохо. Да он в хорошей форме так ехать уже. Так, столько расстояния. Дробовик поступил. В продажу штурмовой. Ну, не знаю, как-то по дробовикам не очень загоняюсь. Хотя тоже вещь хорошая. Всё, просто Джире де Италия. Готовимся мы. Да, действительно, обгоняем автомобили. Ну а что, еще из горочки. То есть под горочку. Вот какой-то еще велосипедист едет, слабак. С дороги. Здесь впишемся. Ага. Затормозили. Хорошо. Поехали. Побыстрей. Вау, как мы вписались-то, а? Полтора километра еще осталось. Вот это да, вот это мы жмем. Обалдеть, Майкл просто действительно отлично подготовлен. Давим, давим. Обгоняем спорткары на велосипеде. Тихо, тихо. Так. Остался всего лишь километр. Блин, а мне нравится. И не намного медленнее на самом деле. И плюс мы сейчас повышаем выносливость.
Давай, давай, дави. Так, а как посмотреть выносливость? Вот так вот вроде, да? Ого! Неплохая выносливость теперь. У Франклина поменьше, у Тревора вообще беда. Вождение у Тревора тоже хреновое. Объем легких у всех плохой. Ну, у Майкла более-менее так. Скрытность тоже слабовато. О, сила, сила. Так, ладно. Ой, кого-то я выбрал Лео. Ё-моё, зря. Не хотел я этого делать. Это кто у нас? Франклин, наверное, да? Да, это его новый дом. This motherfucker is fly. Glad you like it. As I told you, it's yours. Are you seriously serious? For the fifth time. Are you seriously serious? But I gotta go. I'll be in touch about our little venture. Man, good looking. Yeah. Огонь. This motherfucker. Блин, я тоже себе так хочу такую. Это новый дом Франклина. Здесь можно сохранить транспортные средства, паркуя их в гараже. О да. Просто тема. Так, а можно смотреть в этот? Да, можно в телескоп посмотреть. О, можно приблизить. Хз, что мы здесь увидим интересного. Может, кто кого шпилит здесь. Да, действительно, дворец. Выход, в общем, жмем. Так. Где у нас кровать, чтобы сохраниться? Кровать. Алло. Это кухня. Ага. Ну, ладно, как подняться наверх? Есть же второй этаж, так понимаю. Во, вот. Есть, можно вниз спуститься. Господи, вот это домина. Просто супер. Вот, здесь можно сохраниться. Так, друзья, спасибо вам за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. Будем продолжать обязательно снимать следующие серии. Всем пока.